вот этому языку, культуре, традиции вашей, мы сегодня собрались за этим круглым столом. И мне сегодня хочется прочитать вам слова назидания номер 14. 14-е слово, слова назидания Абая Кунанбаева. Это касается именно казахского народа. Послушайте, пожалуйста. Разве бывает у человека что-либо дороже его сердца? У казаха понятие мужества появилось от слова «сердце». В народе адыны называют «ежи», что означает «шиит с большим сердцем в груди». И этим все сказано. Такие человеческие качества, как отзывчивость, сострадание к чужому горю, человеколюбие, они рождаются в сердце. Даже нетерпение идет от сердца. И не бывает лжи, когда слово идет от самого сердца. А если язык лжет, значит сердце просто-напросто обманывает. Человек с чистым сердцем прислушивается к советам, но верит своему слову. Он не сможет, подобно собаке, носить за караваном. А напротив, способен в самых тяжелых условиях вывести.